Первый выезд на речку. Так, смотри, вот здесь вот можно все сжечь. Нет, ты ногу заставь туда, ты встать не будешь. Страшно будет, вот так. Рыбалка. Да ничего. Ну ладно. Ловится главное. Пойдем там, ну, где, на выезде. Что, там. Туда три остатки поставили, все будет рядом.
Ладно, рыбачьи, все равно рыба-то есть. Тем более с ночевкой наловитесь. Ладно, удачи. Ох, живцы на этого, на налима. У меня на налима еще живец попался. Малюсенький. Как раз хороший. Я сейчас просто червяка возьму. Но... Так, начнем дальше. Тут уже хорошая глубина. Так, на дне. Эх, ха-хай. Ну ладно. Это забыл желтенько. 1, 2, 3, 4, 5. Так. Так. Так, вот она. Метка моя желтая. Ее мне нужно поставить вот сюда. Вот так. Так, теперь, чтобы я уже сориентировался. Ну, давайте маленькие. Так, груз снять. Маленькие рыбки, ловите больших рыб. Попадется, знаешь, какой. Опять ершина. Нет, давай-ка я ерша туда подальше, к берегу ближе. Так. Опа, двойничок. Эй, у тебя огромный двойник. Ну ладно, давай. Опа. Шуга не почистил перед самым. Поднимается снизу. Толщина нормальная тут льда. Двойной. Сначала один слой, потом вода, потом опять. Не знаю, какой-то. Так, ну все. Снежком теперь. А, еще крючок бросил.
Куда ты? Куда ты? Падаешь. Все черпаки переломали. Так, раз, два, три. Четыре стоит пока. Так, пятая там. Еще две надо будет пробурить. Поближе к берегу. Помельче. Может, щука подойдет. Сейчас я стал уже короче делать леску. Раньше было 20 метров. Ну что, 20 метров, как щука затянет, непонятно куда. Так, раз, два, три, четыре, пять. То в кушари, то в камыши. Опа, у меня, а вот метка. Черная здесь у меня метка. Давай. Сразу сделаю. Так. А сейчас уже 10-12 метров, не больше. Даже некоторые 8 делают метров. Собрали 8 штук, поставили.